Георгий Черданцев. Всем привет и добро пожаловать в гости к футболу. Сегодня Аталанта встречается с Наполи. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Посмотрим на состав Наполи. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Лоренцо Инсиньи. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть варианты для паса. Блестящий, как от Дебе. И выводи команду вперед! Мяч уходит на угловую. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. Оставляет мяч для навеса. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Отлично сыграно, надо решать. Мертенс! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Атака продолжается, судья дает играть. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Мертенс. Пол команды обыграл, ничего себе. И пробил. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Убрал защитника с дороги. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Ну, почти получилось отобрать мяч, но не вышло. Хосе Калихон. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Йосип Иличич. Алехандро Гомес. Иличич. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасная атака. Выбирает, сбивает. Выводит команду вперед. Наконец-то они все-таки смогли забить мяч и воплотить свое преимущество в гол. Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам и, наконец-то, добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью контролируют игру. 1-0. Сейчас будет веселее. Фузи Гулам. Жоржиньо. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Нет, не попадает он в створ. Да, там только вратарь был и больше никого. Может быть, все-таки не стоило бить на силу. Рауль Альбиоль. Дрис Мертенс. И выносится мяч из штрафной. Иличич. Аут. Есть хороший адрес для передачи. И головой мяч сбрасывает. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Иличич. Навес в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Подавай! Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Фузи Гулам.
Может получиться интересная атака. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Калихон сметет.